10 июня в преддверии праздника Дня России жители Ленинского района возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы, отдавая тем самым дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. День России еще совсем молодой праздник, но он один из главных. Я считаю, что это День Родины, которую в свое время защитили, а теперь новое поколение должно просто хранить ее, любить, как любили ее предки, ну и поддерживать, чтобы она была такой великой, какой была всегда. День независимости – это то же самое, что и День России. Он посвящен нашей стране и свободным людям. Россия, самого России. А раньше был Союз. Так вот, что лучше, это вопрос другой. По-разному рассуждать можно. Но в России это звучит громко. Это наш общий всенародный праздник. Потому что каждый из нас считает и большую родину, и малую нашу родину. Вечный огонь на Аллее Славы – это вечная память ныне живущих о тех, кто завоевал свободу. И в любые праздники мы всегда будем помнить и благодарить их за подвиг. Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. На возложение цветов было много школьников. Они знают о тех годах только по рассказам. И о рождении новой России они тоже еще совсем немного знают. Праздник молодой. Знаете, наша задача взрослых – вот как раз донести до наших юных граждан, что День России – это важный праздник для государства. Я думаю, что время, безусловно, все расставит на свои места, и через совсем уже небольшой промежуток этого времени мы почувствуем, что дети тоже это все уже понимают и принимают. После возложения цветов ребятам не хотелось уходить из этого уголка родного города. И это отрадно, ведь любовь к малой родине рождает любовь к отчизне. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.